это? Фамилия? Громче. Имя? Отчество? Подразделение и звание? Громче! Ефрейтор. Подразделение? Ядрошер. Командир рун? Командир батальона? Осокин. Сколько вас сюда пришло? Где вы высаживались? Как сюда двигались? Сколько пришло? Сколько пришло? Полутора тысяч. Где высаживались и на чем? На аэропорту каком? Как он называется? Гостомель? Ну вот нет, вот этот, который... Который какой? Дианы, ами большие стоят. Дианы большие стоят, понял, Антонова. Антонова. На чем высаживались и когда? На вертолет. Как была доставлена техника? Колонны. Десантировалась или колонна пришла? Колонна пришла. Сколько пришло техники, какая? Бэшки, КамАЗ, нас больше ничего нет. Бэшки или БМД? БМД. Понятно. Задача какая у вас была? Удержать аэродром. Удержать аэродром. Какого хуя сюда попиздили? Какая задача была? Вчера поступила команда занять квадрат. И все, мы поехали. На технике. Понятно. Буквально огонь. Всех подбили. Грузил ранее. Все забрал, да? Потом мы въебались и все. Понятно. Что с тобой делать? Какого хуя ты сюда пришел? Объяснись. Свои мотивы, твой личный мотив. Да нихуя, блядь. Ты свой личный мотив скажи, блядь. Ты мог отказаться, блядь, разорвать контракт. Твой личный мотив, что ты сюда пришел? Нам сказали, когда мы уже вертолете летели. Хорошо. Какое настроение у солдат, блядь? Только честно, блядь. Какое? Читал, блядь, обращение вашего, блядь, ебаного главнокомандующего? Нихуя себе, блядь, у каждого, сука, командира распечатка, блядь. Так а чего вы ползете сюда? Вопрос еще раз задаю. Я не знаю, для чего это война. Еще раз задаю вопрос. Настроение у ваших солдат. Бойцов. Да никакое настроение. Все не знают, все не хотят воевать с вами. Потому что не понимают, для чего эта война нужна. Понятно. Трупы ваших солдат видел? Конечно. Понятно. Вот так будет со всеми остальными.